Всем привет! Хочу уведомить вам одну новость. Я сейчас работаю над своей картой, которая называется Portal Map by Bokum. Да, моя карточка. Если что, моя реально. Эта карта... Есть мод, получается, в ней присутствуют моды. Получается, вот она, сама карта. Ой, что-то меня залагало. Короче, это моя собственная карта. Вот у нас моды. Это сама карта. Не просто копируйте, кидывайте в папку Saves. Кстати, мне кажется, Мирхайду понравится. Просто в данный момент он снимает Portal 2. Кстати, поддержите меня. Напишите, вот Мирхайд, может мне, или вы можете мне написать, какую еще тестовую камеру можно сделать. Когда поиграете, там есть вопросы? Будут вопросы. После них ничего нет. А вот это текстур пак. Вот я его открываю сейчас. Это текстур пак. Его просто сразу zip-файлом кидаете в папку resource pack. Вот, значит, вот это вот resource pack. Вот это вот resource pack. Вот это папку mods. Вот это в папку моды. Вот это в сейвы. Папку saves. Это в папку моды. А вот это все в папку resource pack. Я так сокращенно напишу, на самом деле он реально ресурс пак. А где там просто просто ресурс пак. Вот так. Если что, поддержите меня, напишите. Я в будущем хочу снять и порт, сделать, вернее, создать карту Portal 2. Конечно же, можете поддержать меня. Некоторые могут мне помочь. С помощью... Где это приложение? С помощью Хамачи. Да, с помощью Хамачи могут некоторые мне помочь. Забежать так на карту, помочь мне построить. Номер хэд даже, наверное, точно должен быть Майнкрафт. Точно. Почти у каждого ютубера должен быть Майнкрафт. Мне кажется, не понимаю таких людей, у которых нет Майнкрафта. Ну, смотря как, кому нравится. Вот я, получается, планирую в будущем создать вот по этой игре часть. В данный момент ее проходит Мирхэд. Кстати, да, она у меня уже полностью пройдена. Полностью. Ну чё, скачивайте. Мне кажется, я выложу ее на Яндекс.Диск. Хотя, что я говорю, я ее уже выложил. Потому что вы это смотрите, это видео, значит, карта уже выложена, она находится по ссылке в описании и в комментариях на всякий случай. Вот так вот. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оцените мою карту. Всем пока.